Сегодня Света опять сказала, что я девушка осень. Красное платье и макияж в тему. Ну а макияж, как всегда, мне делала Светлана Безрукова, которая сейчас расскажет вам все секреты осеннего макияжа. Всем привет! С вами Светлана Безрукова, и сегодня мы будем делать фэшн-макияж. Сейчас на самую выпирающую часть скулы, на спинку носа, на галочку на губы и подбородок я нанесу кремовый хайлайтер. Так, сейчас мы припудриваем зону под глазками и подвижное веко. Я припудриваю сияющей пудрой. Хочется, чтобы все лицо сияло, выглядело свежим и естественным. Берем бронзер и прорабатываем все впадинки. И сейчас, когда уже кожа подготовлена, мы сделаем финальный блик. Как раз возьмем кремовый хайлайтер, или он называется строп-крем. И достаточно жирненьким слоем нанесем на выпирающие зоны